Правильное дыхание и плавность движений – основа йоги. Это занятие пришло из индийской культуры, и с каждым днем его сторонников становится все больше. Йога помогает привести в порядок не только тело, но и душевное состояние. Как и в любом виде спорта, здесь есть много направлений. В Химках провели мастер-класс по одному из них – хатха-йоге. В этом стиле идет упор на сидячие позы – асаны. Они помогают укрепить мышцы спины и поясницы. Тренер Наталья Бурнашева показала химчанам упражнения, которые легко повторить даже на рабочем месте. Кому легко, шея себя чувствует хорошо, поднимаем лицо и раскрываемся в груди, чуть руки назад уводим. Продолжаем наблюдать свое дыхание. Поза называется «Поза героя». Посетить подобные мастер-классы можете и вы. Подробную информацию о них можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте event.admhimki.ru.